Только через знания приходит успех. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы продолжаем тему развития YouTube и продвижения своего бизнес-предложения. На прошлом уроке мы с вами научились в творческой студии заполнять, я кратко пробегусь, канал. Нажимаете «Канал», подвисает немножко, «Загрузку видео». Вот это вы все заполнили. Здесь должно быть открытый доступ, люди-блоги, видите, из этих категорий, стандартная лицензия, название, и вот здесь ваше описание, вот, и хэштеги, и те же хэштеги должны быть здесь. Все хэштеги я выставила в чатах, есть. Вот это мы должны сделать для чего? Для того, чтобы вам каждый раз не писать под каждым роликом, не редактировать. Мы научились делать открывающие видео, то есть здесь так же само мы настроить вид канала нажимали. Кто это не сделал, я просто бегло повторяю. Здесь находим для новых зрителей. Я здесь, видите, вот карандашик, где название, карандашик нажимаю, допустим, изменить трейлер. А у вас, кто этого не сделал, посередине будет выбрать трейлер. Нажимаете, допустим, изменить трейлер, а вы выбрать трейлер вместо вот поросеночка этого. И вы выбираете, что вам именно выбрать на открывающее видео. Отмену сделаю себя, вы сохранить делаете. Для того, чтобы новый какой-то ваш потенциальный подписчик пришел к вам на канал, увидел это и заинтересовало его. То есть цепляющее что-то. Ну, всех, я вот поставила гороскоп, потому что всех интересует, что нас ждет в будущем году. Далее. Здесь же мы научились, что делать еще, кто сейчас скажет. Конечные заставки и аннотации устанавливать. Мы тоже переходили в творческую студию. Наводили на наше видео, допустим, вот на это, допустим, навожу. Конечные заставки и аннотации нажимали. И здесь... Что такое? Ага. Соответствие второй. Ладно, другое видео выберу. Я выберу, допустим, ну вот, допустим, вот эту бизнес-школу. Конечной заставкой аннотации. Выскакивает вот такая вот картинка. Но у меня есть они, видите, тут. Опять же, неудачно. Кому-то интересно это знать или все знают? Голос подайте. У меня все получилось, я все сделал. Прекрасно. Тогда остальные смотрят в записи. Запись очень подробная. Сегодня... Так. Я вернуться хочу на свой канал. Или вот таким образом. Мой канал. Подвисает немножко, потому что много народу в чате. Алло. Секунду. Алло. Ладно. Так, теперь. Для того, чтобы наш канал выглядел презентабельно, мы должны сделать шапочку. Ну, шапочку, знаете, что я решила? Вот у меня есть плейлист. Шапочку очень легко сделать. Потому что у меня... Описание есть очень хорошее, и мы не раз делали шапочки. Чтобы ее сделать красивой, я вам сейчас дам. Так, оформление шапки YouTube. Это с другой группы не обращайте, или с водопадовцем, я уже не помню, потому что я много раз это делала. Я, так, школа в записи где-то у нас была. В записи. Вот здесь вот поставлю, вы просмотрите все это.
Посмотрю, что там у меня блокировали карту, с которой автоматом брали оплату. Может, поэтому не списалась в связи с этим, и войти нельзя. Вот Неля, видите, объясняет мне, что блокировали карту. Ой, секунду, у меня муж спит, а там телефон разрывается. Секундочку. Привет, Лера, у меня школа идет. Народу много. Потом. Так. Так. Ну, уже поздно, батенька, видишь, Елистратова. Ладно, добавила, добавилась. Нет, перебивают то один, то другой. То есть я дала. Но сейчас для того, чтобы, допустим, каждый человек бывает в записи смотрит, не понимает. Я в школу туда выставила. Можете каждый посмотреть на канале YouTube. Давайте просто сделаем кому-то шапочку. У кого нет нормальной шапки, сейчас сделаю, и вы будете это делать сами. Кому сделаем шапочку сейчас? Никому? Не надо? Мне, девочки. Вот у нас один, нет, два мужчины у нас. Давайте Юрию. Сделаем Юрию, потому что его голос прозвучал первый. Юрий, поставьте, вот напишите свое имя и фамилию и название, как, какое будет название канала. Напишите. Ну, сразу и не сообразишь. Ну, вы, пожалуйста, имя и фамилию напишите грамотно, чтобы я без ошибок ее написала. Вот прямо здесь в чат напишите. Вот. А я пока, для этого нам нужно... вот здесь вот нажимаете, у меня здесь программа Microsoft PowerPoint. Открыть ее надо. У меня открывается Camtasia, потому что у меня студия здесь, она застилает сразу, понимаете? А у вас будет просто, без этого будет. Так. Чуть-чуть помедленнее можно, чтобы хотя бы списать. Так я же запись делаю. Видно фамилию, нет? Юрий Лазарев, все понятно, да. Все видно. Смотрите, для того, чтобы нам сделать шапочку на YouTube, нам нужно создать слайд сначала. Вот в левом верхнем углу создать слайд. Нажимаем. Вот он слайд. Для того, чтобы картинку нам сюда поставить какую-то, мы выбираем, можете набрать в поисковике в Гугле фон для шапки YouTube. Там очень много всяких образцов выскочит. Но я буду просто из тех, что имеются. Вставка. Что мы хотим вставить? Вставка. Нажали вставка. И нажимаем рисунок. Рисунок вставить хотим. Откуда? И тут нам предоставляется такая возможность выбрать рисунок. А, у меня где-то даже было, по-моему, на рабочем столе. Так, смотрим, ищем рисунок. Да у меня стоит там вообще-то фотография. Фотография – это фотография. Так, я сейчас что-нибудь найду получше. Вы мужчина, вам как-то строгий. Я хочу, чтобы вам понравилось, во-первых. Так, нет, для шапочек есть картинки специальные. Вот шапки. Синенькая пойдет, нет? Пойдет. Вставить. Вот смотрите, квадрат. Ну, формат такой нам не подойдет. Мы вот так берем за эти краешки не крестовиной, а вот такая вот, вот изловчитесь и вот так потяните. Вот так потяните. И за этот краешек тоже вот так потяните до краю. У вас не будет Camtasia. У меня получается так. И вот так за краешки стягиваем, потому что примерно вот так должно быть. По-моему, по формату подойдет так. Все, поставили. Теперь нам нужно что сделать? Имя написать, да? Опять же, вставка, это как промежуточный такой участок. Вставка. Нам нужно сделать надпись.
пишем надпись. Допустим, Юрий Лазарев, да? Лазарев. Юрий Лазарев. Английский надо все время писать. Почему? Нет, ну просто ему так. Может, вам по-русски надо, нет? Так. И... Ну, что лучше? Сейчас посмотрим, что лучше. Вот так вот можно. У вас по-русски будет все равно из Гугла снизу под этим будет тоже по, будет уже по-русски. Так красивее выглядит. Ну да, я тоже так думаю. Вот здесь эти полоски, вот так правой нажимаете клавиши «пропустить». Правой нажимаете «добавить словарь» или «пропустить» одинаково. Пусть, пусть остается, пусть остается. Пусть остается. Теперь нам не нравится черный цвет. Вот так тюкнули, чтобы курсор замигал. Вот так выделили все это. И выбираем цвет. Допустим, какой здесь цвет подойдет. Так, такой нет, не подходит. Цвет, так. Это белый. Розовый. Ну, мужчина, какой розовый тут. Мне кажется, вот так пойдет. Да? Так отлично. Так, да. Вот так, по-моему, да? Вот так лучше. Да, можно побелее. Ну, это лучше, чем черным, мне кажется. Юрий Лазарев. Так, название придумаем. Так. Какое название лучше? У кого? Давайте предложение все рассмотрим. Кто предлагает, дайте Юрию, какое название сделаем канала? Вставка. Вставка. Мы сейчас будем вставлять название канала. Вставка. Надпись. Лазарев видео. А как? Лазарев видео? Ну, можно. Лазарь видео. Лазарь видео на русском или нет? Лазер видео. Ну давай. Это я предложил, вы у него спросите, понравится ему или нет. А понравится или нет? Видео для всех, может быть. Видео. Лучшее видео. Заманчивое видео. Будет изменить можно. Нет, ну измените, я уже не смогу изменить. Вам только другую шапочку сделать. Лазер видео делаю тогда. Ладно. Пусть будет. Лазер или лазар сделать? Лазер – это как от лазерного луча, а лазер – от фамилии. Как лучше? Лазер. Мне кажется, лучше от фамилии. Хорошо. Видео. Отлично. Так, теперь мы опять же, что нам нужно сделать? Выделить? Компьютер не знает, что нужно сделать. Мы выделили и делаем размер сначала. Видео. Так, и шрифт. Один или разный шрифт сделаем? Какой шрифт вам нравится, Юрий? Или другой сделать шрифт? Вот так подвинули. Одинаковый шрифт с именем. Понятно. Опять выделили и пошли делать шрифт. Так, теперь можно даже, мне кажется, размер увеличить немножко. Надо букву Е заменить на А вторую. Лазар? Да, это от фамилии надо. Ну, конечно, чтобы от фамилии было. Лазер видео, вот так, да? Так, если вот встало, мы можем вот так тюкнуть и крестовинкой так перемещать. Теперь надо сделать, оставить черным или как-то цветы поменять? Поменять цвет, конечно, такой черный. Надо черный, вам не нравится, сделаем другой цвет. Так, нет? Годится. Лазер видео.
Ну, чисто женские каналы, я какие-нибудь цветочки там приукрашиваю. Здесь можно еще, конечно, вставки поставить. Вставка, допустим, рисунок поставить можно будет. Так, сейчас посмотрим. Вы видели разные там рыбки. Ну, чисто, пожалуйста, вставляю. Так, дальше смотрим. Рамки, иконки. Так, иконки, ну-ка. Прозрачные иконки. Самолеты, пароходы. Да. Можно земной шар поставить, можно денежку, можно YouTube, можно так, что еще? Земной шар пусть будет. Земной шар, да? Давайте вот этот тут поставим, вставить. Видите, какой маленький, а мы хотим побольше. Вот так берем за стеночки, так вот вытаскиваем его. Слева или справа поставить его? Слева. А справа что-нибудь поставим или нет? Нет, не обязательно. Не обязательно, думаете? Но здесь будут соцсети у вас. Такое, что-то кажется, просится немножко так передвинуть. Немножко занять правый угол, чтобы как бы не было пустоты большой. Нормально, да? Да, нормально. Нормально. Может, все-таки вот здесь что-нибудь поярче? Ну-ка посмотрим. Вот здесь можно другие цвета, смотрите. Вот здесь можно всякие цвета. Право можно на камеру поставить. Сюда? Право на камеру можно поставить. Ну, это он, потом можете свои вот эти всякие разные иконки ставить. Их в интернете дофига иконок. Так. Может, сереньким? Ну-ка. А может, вот такой коричневатый, как на шарике? Так, коричневый. Ну, я коричневатый оттеночек сделала. Вот чтобы как бы цвет был в унисон-то. Как на шарике. Ножку. Это яркий сильно. Вот такой цвет я не могу подобрать. Сейчас надо посмотреть. Вот я выбрала такой цвет. Это вообще яркий. Вот это, а, вот этот может. Во! О! О! Точно! Вот, посмотрите, как красиво, да? С ножкой. Какой разный, да, хороший. Отлично, да. Можно покрупнее немножко сделать. Или это можно попесочнее сделать. Посочнее? Попесочнее. А там нету варианта. Там же эти вот тона колор предлагают. Видите, как мы тщательно все это разбираем. Так, ну давайте цвет еще глянем сейчас попесочней. Нет, не верхний, не нижний. Вот этот? Вот этот, который ярко-желтый лазерный написан, вот его чуть-чуть попесочнее. Вот такой? Вот такой? Я думаю, нижний, а верхний оставить он коричневым. Вот это, да? Или еще чуть-чуть? Да, вот этот коричневее, а вот этот нижний. Сливается как-то, надо поярче имя и фамилию. Оно как-то сливается. Поняла. Нет, вот это правильный темно-коричневый. А нижний, вот это чуть-чуть песочник на шарике, чуть-чуть прям. Сейчас сделаем. Вот здесь как песочник есть. Вот в этом ряду, две коричневые идут. Вот этот? Да хотя бы, да. Он уже, а он такой был, мне кажется? Он такой, оттенок. Он все равно желтый получается, видите? Да, желтый, чуть-чуть коричневее есть, да, песочный. Имя поярче. Не надо имя. Не надо имя, хорошо. Вот этот может. Вот этот, наверное, мне больше всего подходит. Вот этот? Вот так, да? Да.
Ну тогда нужно немножко размер, мне кажется, увеличить. Да? Если верхний тут размер увеличить, коричневый ребенка, который. Вот этот? Да. Видите, какой творческий труд здесь? 66-72, ну-ка. Вот. Так, да? Да. Сколько мне? А Юрию нравится так или нет? Фамилию, по-моему, надо чуть поярче. Чуть-чуть. Вот и мне кажется, что фамилия должна быть поярче. Ну ладно. Как скажет хозяин барин. Такая, да? Ну, вот хотя бы так, да. Ладно, все. Черным хорошо будет. Однако сливается. Он не хочет черным. Имя, фамилия оставить так, а глаз жаркий, если черный. Черным хорошо. Или темно-зеленым. Так? Нет. Нет, черный посадки. Что-то все вообще испортили. Давайте так вот оставим. Мы все слышим. Ирина, на флэтбус. А то столько людей, столько советов. Нет, я лазера послушаю, чем лучше, каким цветом. Юра? Да. Каким цветом? Ирина, ты сзади формат настройки эффекта, там есть рельеф, будет очень красиво. Я вам простейший выход делаю, понимаешь, рельефы, они запутаются с рельефами совсем с этим. Самый простейший, потом будете лазить тут везде, все-все-все, формат будете смотреть. Так. Давайте так хотя бы научитесь. Потом можно хоть что здесь. Тут всяких разных эффектов очень много. Ну, сейчас танец, и не надо время занимать у всех. Да, да, да. Потому что это очень кропотливый труд и долгий. Вот. Можно тени, полутени наводить. Тут всяких вариантов много. Затем файл. Сохранить как? Так, на рабочий стол. На рабочий стол. Здесь сделаем... Один. И здесь обязательно левой клавишей в формате JPG. Вот, JPG. Сохранить. Сохранить. Только текущий слайд. Этот свернем. Если у нас что-то не пройдет, мы тогда это самое. Здесь нам открыть нужно файл, потому что размер нужно специально по YouTube. Правой клавишей открыть с помощью PaintNet. Может, кто-то другой способ изменения размера умеет? Мужчины есть же, тоже, может быть. Ой. Подвисает, видите, как подвисает. Это вот задание, знаете, такое очень кропотливое. И не у каждого сразу получается. Поэтому вот этого будет достаточно. И, конечно, писать, кто умеет, напишем ролики. Здесь что нужно сделать, ребятки? Изображение нажать, и здесь увидите левой клавишей «Изменить размер». И вот здесь запишите каждый себе. Здесь нужно 2048 на вот это стираете, на 1152. И окей. Окей. И дальше файл. Сохранить как? Так, на рабочий стол. JPG есть. Вот здесь только два поставим. Два. Тут один, тут два. Сохранить. И здесь окей. Все, сохранили. Теперь вот этот попробуем примерить. Допустим, я иду, примерю на своем канале. Подойдет размер. Вот так меняем. На фото. Вот кто не заметил. Вот здесь фотоаппаратик маленький, нажимаем.
и выбрать файл с компьютера. Заходим на рабочий стол и смотрим цифра 2. Вот. Открыть. И смотрим, как будет выглядеть. Вот видите, выглядеть будет плохо. Нужно все опустить ниже. Видите, вот отмена. Поэтому я не убирала PowerPoint. Нам нужно все опустить ниже. Вот так ниже отпустить. И здесь можно немножко вот так подтянуть. Нет, не получится. Так, вниз опустили мы немножко, да? Это закроем, лишние окна закрываем. Так, все опустили вниз. Все, сейчас будем примерять опять. Опять файл сохранить как? На рабочий стол. Ну, буква А. Формат JPEG. Сохранить. Только текущий слайд. И опять не убираете, а сворачивайте, потому что вдруг что-то не подойдет. Вот это один не подошла, я удаляю сразу. Ну, конечно. Два тоже удаляю, потому что они не подошли, да. А цифру, вот, а букву А редактируем. Открыть с помощью PaintNet изображение, изменить размер. Здесь мы размер знаем, 2048, а здесь 1152. 1152. Окей. Окей. Файл. Сохранить как? На рабочий стол. Б или С, допустим. Вот И у меня получилось. Сохранить. Окей. Свернули все. Так, И где у нас? Вот И. И пошли примерим. Дай бог, что все получилось у нас. Тут еще попасть нужно, видите как? То есть творческий такой труд. И открыть. Ну вот более-менее подошло, да? Я делаю отмену. И пошла Юрию сейчас передам. Так, Юра, лови. Так, сделаем вот так. Юрий, вот ваша шапочка, можете ее примерить. Спасибо большое, спасибо. Так, ребятки, вопросы есть по этому? Вот по шапочке я останавливаю запись, тогда мы еще продолжим разговор. Только через знания приходит успех.